храме в честь святого преподобного Сергия Радонежского в районном центре на вечерней службе 21 марта всех прихожан угостили жаворонками. Так чтится память о христианском подвиге 40 всероссийских мучеников. Это оставшаяся навсегда в истории дружина из 40 храбрых христианских воинов, которые приняли смерть, не отказавшись от веры. В этот день облегчается строгость Великого Поста и совершается литургия прежде освященных даров. Кстати, в этом году торжество перенесено со среды 22 марта на вторник 21 ради службы креста в среду крестопоклонной седмицы. Подвиг святых 40 мучеников, он дает нам некий урок, который нам бы нужно усвоить в эти дни поста. Мы не выбираем обстоятельства того, что с нами произойдет. Так же, как не выбирали это вот эти 40 мучеников. Они были простыми солдатами. Они не отказались от своей веры. То же самое происходит и в наше время. Ведь сегодня защитники нашего Отечества, они же не только защищают нашу страну, они защищают и наши традиционные, духовные и нравственные ценности. Это пример веры и верности, который нам нужно усвоить. Остаться верными Христу и Церкви, и Отечеству нашему до конца. Под эти слова малыши вынесли высокую плетеную корзину в центр храма и угостили всех, кто был на богослужении, жаворонками, изделиями из постного теста в виде птиц, поздравляя каждого молившегося с великим днем.